Здравствуйте, друзья! В эфире 9-й в этом сезоне выпуск программы «На бровке». С вами Кирилл Разумовский, и мы подведем итоги уходящего 2015 года. В минувшие выходные игрались ответные матчи стадии 1/16 финала Кубка ЛФЛ. На Флотской за право продолжить борьбу за трофей сражались «Водный стадион» и «Юго-Западный финиш». После результативной ничьи на Юго-Западе «Водный стадион» и «Финиш» к ответной встрече 1/16 финала Кубка ЛФЛ подходили с одинаковыми шансами на дальнейшее продолжение борьбы в турнире. С той лишь разницей, что у северной команды было преимущество собственного поля. Однако были у северян проблемы. Игорь Гришин все же оказался не железным человеком и из-за травмы матч пропускал. Сергей Гриченков, который мог бы его подменить, был удален в первом поединке. А желтая карточка, полученная Александром Амельченко в игре на выезде, оказалась для него третьей, автоматически превратившись в одноматчевую дисквалификацию. Все эти передряги не могли не сказаться на футболистах «Водного», и начало встречи они, откровенно говоря, провалили. Уже на 4-й минуте игры Филипп Демидов прямым выстрелом со штрафного счета открыл, а спустя еще 3 минуты финишеры отлично разыграли контратаку, и Алексей Гусев с передачи Дмитрия Ершова разрыв увеличил. Гости на этом не остановились, а продолжили совершать опасные наскоки на ворота свежезаявленного Василия Лукичева, атакуя как со стандартов, коих было несчетное количество, так и с игры. При всем при этом гости еще и активно шли в прессинг при потере мяча, так что «Водный стадион», оказавшийся к этому не готовым, вообще в первом тайме ничем опасным не запомнился. Перерыв особых изменений в игру не привнес. Финиш по-прежнему больше и опаснее атаковал, но «Водному» несколько раз откровенно повезло, как, например, в эпизоде, когда Ершов угодил в перекладину. Лишь под конец матча, когда гости начали думать о сохранении устраивающего их результата, команда братьев Булановых создала пару отменных моментов. Лучший из них был упущен Андреем Смирновым, не сумевшим в ближнем бою переиграть Павла Лепилова. А еще в одном случае Игорь Вековищев не попал в створ с линии вратарской. В итоге больше голов зрители в этом матче так и не увидели, а счет, установленный в самом начале поединка, остался неизменным. 2-0. Финиш идет дальше, а «Водный стадион» присоединяется к другим неудачникам евросезона от севера и теперь может сосредоточиться на внутреннем первенстве. Домашнее поражение «Водного стадиона» стало для всех болельщиков неприятной неожиданностью. Ну а от МЗКП на выезде чуда никто, в общем-то, и не ждал, хотя определенные шансы были, и настрой на победу у футболистов присутствовал. Но дальше идут «Финиш» и КПРФ, а число северных клубов в Кубке ЛФЛ сокращается до 4 при одном участнике плей-офф Лиги Чемпионов. Кроме того, в 1/8 Кубка ЛФЛ вышли прошлогодний финалист Ижгара Минерал, второй раз крупно переигравший Профит, и Росультрас. Отметим, что поражение 2-7 в первом матче не отбило желание у западного трансконтейнера переломить ход противостояния. По ходу игры синие постоянно вели в 2, а в начале второй половины и в 3 мяча, сохраняя интригу. Но отыграть гандикап в 5 голов не сумели. Итак, все предварительные этапы в обоих клубных кубковых турнирах завершились. Впереди весенний плей-офф. Главной новостью двухнедельной давности в высшем дивизионе стало поражение ЦДК от МЗКП, которого, конечно, никто не ожидал. Между тем, в центральном матче 13-го тура на Флотской сражались «Азимут» и «Терминатор». Отчет об этой игре подготовили мои коллеги. В 13-м туре высшего дивизиона Северной лиги встречались коллективы, в нынешнем сезоне показывающие просто феноменальную игру в обороне. У «Азимута» и «Терминатора» на двоих было пропущено лишь 24 мяча, по 12 на брата, так что их матч ожидался низовым и упорным. Однако, несмотря на всю кажущуюся надежность оборонительных линий, стартового гола зрителям, собравшимся на стадионе и у своих экранов, пришлось ждать немногим больше 1 минуты. Илья Чижиков, будто вспомнив свой гол за сборную «Севера», забитый в самом начале октября в ворота северо-западной дружины, вновь классно пробил из-за пределов штрафной, не оставив Павлу Гурееву шансов на спасение. Поначалу казалось, что «Терминатор» лучше сумел приспособиться к заснеженному покрытию. Но стоит отметить, «Азимут» ничуть не стеснялся своего более именитого соперника и также проводил крайне интересные атаки. А Юрию Шолмову даже приходилось несколько чаще вступать в игру, нежели его визави. Зато красно-черные атаковали куда результативнее. На 25-й минуте ввод мяча из-за боковой закончился ударом сходу Михаила Тимофеева, а Андрей Идрисов, затерявшийся в чужой штрафной, подставил ногу под выстрел партнера и переправил снаряд в ворота.
Терминатор, который и до этого не стеснялся играть от обороны, теперь и вовсе окопался в собственной штрафной. И Азимут сумел с первых минут второй половины окончательно перехватить инициативу. Черно-белые атаковали много и со вкусом, однако подопечные Ивана Кара уверенно с наскоками соперника справлялись. Но на 47-й минуте после заблокированного удара Руслана Заерка мяч отскочил к Ираклию Квескире, который успел и обработать его, и поднять глаза на ворота, и послать снаряд в дальний угол. 1-2. Счет 2-0 опасен тем, что лидеру, пропустившему один гол, не всегда удается сразу же вернуться в игру. И действительно, чтобы прийти в себя, какое-то время терминатору потребовалось. Азимут атаковал, и хорошие моменты были у Романа Думанского, которому не позволили пробить головой из пределов вратарской, а также у Квескири, после выстрела которого, как показалось, Шомов потерял ворота, и мяч, скользнув по штанге, не попал в сетку лишь чудом. Но забить второй гол подопечные Виталия Гурская так и не смогли. Минимальная победа «Терминатора» со счетом 2-1 стала для красно-черных 9-й викторией в сезоне, благодаря чему команда Ивана Кара продолжила лидировать в турнире по потерянным очкам. На прошлой неделе матчей с громкой вывеской в высшем дивизионе было несколько. В поединке за лидерство сражались Нева и ЦДК, Динамо и Азимут боролись за право приблизиться к тройке, а Легион, стремящийся в десятку, экзаменовала беда. Нева к поединку против ЦДК, состоявшемся в 14-м туре высшего дивизиона, подошла с впечатляющей 11-матчевой беспроигрышной серией, позволившей команде Валерия Нурова возглавить турнирную таблицу чемпионата, при равенстве очков опередив именно армейцев по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. И это несмотря на поражение от Гефеста и Водного в начале чемпионата, в которых было пропущено 15 голов. Начало встречи целиком и полностью осталось за бело-голубыми, которые открыли счет уже на 3-й минуте игры. Дмитрий Бушуев, получив передачу на чужой половине поля, продвинулся на несколько метров вперед и, как из пращи, выстрелил в дальнюю девятку, без шансов для Ильи Горшкова. Создав еще несколько неплохих моментов, Нева вскоре отличилась и во второй раз, и вновь взятие ворот получилось на загляденье. Иван Бакланов классно поймал мяч на подъем, послав снаряд в тот же дальний угол слета. Армейцев до этого на поле не было видно вовсе, но такая классная команда, как ЦДК, не может не провести за тайм хотя бы одну маломальски опасную атаку. На 15-й минуте красно-черные наконец разыграли фирменную многоходовку с большим количеством коротких передач, и Евгений Поляков, подобрав мяч в чужой штрафной, был сбит в подкате защитником прямо на глазах у главного арбитра встречи. Самое суровое футбольное наказание, пенальти, взялся исполнять Андрей Говоров, перехитривший Заура Закарьяева и пробивший по центру. Но это был лишь всплеск. ЦДК играл блекло и никак не мог вскрыть оборону Невы, которая, наоборот, показывала очень цельный и приятный глазу футбол. Счет не менялся вплоть до 58-й минуты встречи, пока Иван Шамарин не перехватил мяч на своей половине поля и не провел третью голевую акцию бело-голубых. Более того, уже в компенсированное арбитром время армейцы остались в численном меньшинстве. За грубый фол в центре поля вторую желтую карточку схлопотал Вячеслав Саркисов, которому теперь предстоит понаблюдать за игрой своей команды в штатском, а на поле он появится лишь в новом году. 3-1. Нева в элегантном стиле переигрывает прямого конкурента и продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате. В первой части сезона «Динамо», идущая без поражений, удостоилась отличной прессы. В отличие от Азимута, хвалили которой осторожно, памятуя о прошлогоднем разочаровывающем результате команды Виталия Гурцкая. Но к очному противостоянию команды подошли с трехочковым отрывом, хоть у динамовцев и было меньше сыгранных матчей. В начале встречи Азимут был острее и нацеленнее на ворота соперника, так что неудивительно, что именно черно-белые открыли счет. Сначала примеривался со средней дистанции Виталий Гурцкая, немного неточно. А затем Руслан Заерко ушел в центре поля от Аркадия Мрекова и точно пробил низом без шансов для голкипера. Динамовцы активизировались в атаке, и у них получилась симпатичная комбинация с участием братьев Голышевых. Дмитрий оказался в штрафной на ударной позиции, но Сергей Григорьев вовремя выскочил ему на перерез и перевел мяч на угловой. Впрочем, атака не закончилась, а подача корнера принесла бело-голубым успех. Павел Голышев пробил вроде бы не сильно, но свет прожектора немного ослепил голкипера, который выронил мяч из рук ворота. Хотя концовка тайма в целом осталась за Азимутом, близки к голу были и динамовцы. На дальний удар Антона Киреева двумя попытками ответил Денис Киселев, но в первом случае черно-белым помог рикошет от защитника, а во втором 8-й номер «Динамо» направил мяч выше ворот. А затем на сцену вновь вышел Заерка.
Активный полузащитник сначала приложился с правой ноги, и Фролов с трудом отразил мяч. Тогда Заярко поднял вторую волну атаки, обыграл Виктора Борзых и пробил с левой, на этот раз совершенно неотразимо. Начало второго тайма бело-голубые провели в атаке и, надо сказать, заставили поволноваться оборону соперника. Опасно выглядели и прострел Ратина Дарая, и удар головой Аркадия Имрекова, и контратака Голышев-Киселев, который последнему не хватило пары шагов, чтобы переправить мяч в пустой угол. Азимут отвечал резкими контрвыпадами, на острие которых оказывался то Виталий Гурская, то герой первого тайма Заярко. В одной из таких атак Гурская бросил в прорыв Антона Киреева, а тот успел головой прокинуть мяч мимо выскочившего из ворот Фролова. 3-1. В оставшееся время скорее Азимут мог забить четвертый мяч, чем Динамо уйти от поражения. На три выхода 1-1 черно-белых динамоцы ответили попаданием Арама Саркисова в перекладину. И хотя бело-голубые обозначили давление на ворота Григорьева в концовке, по-настоящему интриге возродиться было не суждено. Счет так и не изменился. Динамо потерпело второе поражение в чемпионате, а Азимут догнал своего соперника в турнирной таблице. К матчу против беды «Легион» подошел с хорошим настроением после разгрома «Ауди» на прошлой неделе и семью набранными очками в трех последних играх чемпионата. Кроме того, «Легион» уже отбирал очки у ЦДКА, так что опыт успешного выступления против топ-клубов заработал. Однако беда и сама была не прочь разжиться очками, поскольку еще одна осечка перед важнейшим отрезком чемпионата, включающим матчи против «Динамо», «Невы» и «Терминатора», в ее планы не входила. Матч получился достаточно нервным, равным и закрытым, без большого количества голевых моментов. В основном угроза воротам обоих соперников исходила со стандартов, а однажды вратарь «Легиона» Владислав Босензон пролетел мимо мяча на выходе, и будь поудачливее Александр Селиванов, цифры на табло могли бы измениться. У «Легиона» тоже был неплохой шанс открыть счет. Антон Алаев подключился к атаке и еще до того, как нарвался на хоккейный силовой прием, успел отправить мяч Александру Рамжаеву. Оказавшись против Антона Кулагина, 92-й номер красно-серых заметил неприкрытого Даниила Белоцерковского в штрафной, но выполнить точный пас не сумел. Момент был загублен. Счет был открыт на 20-й минуте игры. Андрей Борисов не нашел адресата для передачи из центрального круга, прошел с мячом до линии штрафной и откинул его Селиванову, который усадил на пятую точку Александра Чмутина, развернулся и отдал точную передачу Андрею Тыняному. Тот четко пробил в дальний угол. Равная борьба продолжилась и после перерыва. Парой опасных ударов со штрафных запомнился Алексей Мамонов, а у «Легиона» был и вовсе чудо-шанс сравнять цифры на табло. Белоцерковский грамотно поставил корпус и не подпустил к мячу Кулагина, после чего вышел один на один и, заложив вираж, попытался пробить по воротам. Однако Евгений Гирько спас беду и заблокировал удар форварда в прыжке практически в безнадежной ситуации. Сине-голубые тревожный звоночек услышали, смогли прибавить и забили второй гол. Сначала Дмитрий Гудей отчего-то решил поделиться мячом с Селивановым после классного паса Игоря Лакшина. Получилось не очень здорово. А в следующей атаке, вновь после удара Лакшина, Гудей вколотил мяч в сетку с близкого расстояния. 2-0. Беда одерживает важную победу, которая позволяет ей догнать по набранным очкам «Водный стадион», а по потерянным – ЦДКА. До Нового года осталось всего несколько дней, а погода стоит, совершенно не зимняя. Тем не менее, праздничные ритуалы никто не отменял. Я пригласил Никиту Лаврентьева, чтобы подвести итоги года в высшем дивизионе, и вот что из этого получилось. Ну что ж, вот мы вышли из студии на свежий воздух. Погода, конечно, не зимняя, как видите, снега нет, но зато мы нашли вот это чудесное растущее новогоднее дерево. И я вижу, что уже Никита Лаврентьев также к нам подходит. Привет, Кирилл, здравствуйте, друзья. Я начинаю догадываться, зачем же ты меня сюда сегодня позвал. Действительно, мы решили, что совершенно необходимо выполнить все предновогодние ритуалы и нарядить нашу новогоднюю елочку. Ну что, Никит, когда я тебя сюда звал и когда задумывал вообще этот сюжет, пришлось мне заехать в один из супермаркетов, который продает всевозможные новогодние украшения. Вот тут набрал немного шариков новогодних и давай нашу елочку наряжать. Правила простые. Будем по очереди доставать из мешка шарики,
и вешают на елочку с небольшими комментариями. Ну, а начать я хотел бы с шарика, на котором нанесен логотип Северной Лиги, чтобы наша елочка была не обезличенная, а все прекрасно понимали, к чему вот это вот все действие, да, относится. Ну что ж, туман. Что можно сказать про туман? В прошлом году они выступали в первом дивизионе, прошли его за один год, поэтому, в принципе, можно сказать, что первая половина года, календарного года, им удалась. Но вот в высшем дивизионе с самого начала пошло все не так, как они сами хотели. Некоторые, впрочем, эксперты отмечают, что подбор исполнителей у команды Ивана Челухадзе достаточно хороший, так что перспективы у него есть. Но все-таки пока в подвале они, согласись, обитают, ну и куда-то вниз елочки мы их и повесим. Ну что ж, штурм, в общем-то, во многом команда такая достаточно многострадальная, команда, выступающая достаточно давно, и в том числе в высшем дивизионе. В последние годы, наверное, к ней приклеилось, может быть, незаслуженно, прозвище команды «Лифт», которая периодически опускается в низший дивизион, периодически поднимается наверх. И новый сезон для штурма начался неплохо, затем последовал спад. Я пожелаю команде Александра Николаева, чтобы в 2016 году она осталась, сохранила прописку в высшем дивизионе. Ну а пока вот куда-то рядом с туманом мы ее и повесим. Синий был, белый был, теперь красный, терминатор. Безошибочно вынимаешь, Никит. На данный момент это лидер Северной Лиги. Поэтому, как бы нам не хотелось цвета немножко в разнобой вешать, придется терминатор где-то рядом с Северной Лигой повесить. Ну и надо сказать, что и 2015 год для терминатора сложился просто замечательно. Команда выиграла, наконец, Лигу чемпионов. И хотя в чемпионате уступила свой титул, тем не менее, в новом сезоне все опять идет так, как нужно, вроде бы. И я думаю, что 2016 год для терминатора должен сложиться успешно. Поехали дальше. Гефест мне попался. Ну и, наверное, стоит отметить, так в качестве шутки, что вот когда пытался я подгадать по цветам шариков, вот гефестовский, какой цвет гефеста, да, ассоциируется у нас? В этом сезоне было несколько комплектов формы, но вот голубая тоже есть, поэтому, я думаю, небольшая ошибка. Что можно сказать об этом коллективе? Команда прошлый сезон впервые завершила в медалях, достаточно далеко прошла и в Еврокубках. И вот 2016 год, возможно, станет именно тем годом, когда Гефесту удастся сделать еще один шажок вперед. Пока все неплохо, команда завершает год в тройке, это положительный момент. Куда-то рядом с терминатором, я думаю, но чуть-чуть ниже пока. Следующий у нас ЦДК. Лидеры пошли у нас в чемпионате и в нашей еле иерархии. А потом будут говорить, что у нас подогретые шарики и все такое. Ну, армейцы, так же, как и терминатор, выиграли Еврокубок в этом календарном году. Выиграли чемпионат, выиграли Кубок Севера. Что тут еще можно было желать? Водный стадион. Ну, водный стадион, на самом деле, для меня вообще загадочная очень команда во многом. Там есть прекрасные игроки, там есть такие достаточно заинтересованные, болеющие за дело руководители. Но команде все время чего-то не хватает. Этот год, этот сезон, точнее, для водного стадиона начался успешнее, чем несколько предыдущих. Можно пожелать, чтобы команда и дальше продолжала поступательное движение наверх. К сожалению, евросезон для водного закончен, но, тем не менее, в чемпионате шансы на медали неплохие, впервые за достаточно долгое время. Ну, не говоря уже о том, что в Кубке водный стадион выступает всегда достаточно успешно, и здесь можно еще за трофей побороться. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать здоровья Игорю Гришину, чтобы он залечил свою травму и вернулся в ворота. Водный стадион вот куда-то в серединку я сюда повешу. Золотой шарик, империя. Ну, про команду блестит Вадима Сарсорова мы уже сказали много, не только в устной речи, но и в письменной. Понятное дело, что тут хочется пожелать прежде всего стабильности. Вот видишь, даже веревочку мы не сделали. Вот пометуя о том, что возможен провал.
повесим, положим этот шарик ближе к всем лидерам, но вот с такой вот, скорее с авансом, нежели вот за заслуги. Вот где-то вот здесь Империя и расположится, тем более, что пока в чемпионате она еще в верхней половине таблицы. Согласен. Давай пойдем дальше. Еще один серебряный шарик – это Динамо. Для Динамо 2015 год, его середина, точнее, ознаменовалась глобальным изменением, глобальным в плане смены бренда и началом нового этапа в развитии. Чемпионат для команды пока складывается достаточно успешно, не без проблем, но было бы глупо предполагать, что все сразу получится, но уже сейчас Динамо и, в общем-то, в прошлом сезоне тогда еще Династия относились к топ-клубам, ну а выступление в Кубке ЛФЛ заставляет нас относить Динамо к фаворитам этого еврокубкового турнира. Где-то рядом с Гефестом и может быть так вот авансом на уровне с ЦДК. Вот для Audi год этот, год следующий будет очень тяжелым. Думаю, тут я никому не открою Америки. Команда очень интересна со своей стороны. По крайней мере, она идет своим ходом, своей историей. И, безусловно, за четыре кольца хочется переживать. Да, как мы говорили про Динамо, не все у них также идет, как хотелось бы им самим, но вслед за провальным стартом в нынешнем сезоне они уже набрали достаточно большое количество очков, которое позволило им уйти не только из подвала таблиц, но и от стыкового турнира оторваться. Где-то даже выше штурма они должны располагаться, вот чуть-чуть где-то вот здесь сбоку мы их и повесим, и пожелаем, по крайней мере, сохранить свое лицо, сохранить свой статус в следующем году. Опять мне серебристый достается, в руки попало, это Нева. Вот тут я бы сказал, что команда Валерия Нурова 2015 год провела в своем репертуаре, так сказать. Были проблемы организационного характера, кадрового, игрового, какие угодно. И это, в общем-то, не позволяет команде добиваться результата. Но последнее время, последние пару месяцев происходит какая-то чудесная метаморфоза. И я хочу пожелать Неве, чтобы в 2016 году мы увидели настоящую Неву, настоящий клуб, пятикратный, который является пятикратным, да, чемпионом Северной лиги, на подобающих позициях. Сейчас Нева в лидерах чемпионата. Это определенный сюрприз для тех, кто последние годы внимательно следил за развитиями, перипетиями чемпионата в высшем дивизионе, но вот ведь действительно по потенциалу вот это никак нельзя назвать случайностью. Нева где-то наверху и как раз разнообразит наши тут красные шарики. Ну, если говорить про первую команду Владимира Павлова, то нынешний год получился достаточно не одинаковым с точки зрения оценки. Где-то мы восхищались игрой сине-голубых, где-то наоборот мы ее критиковали. Вот хочется пожелать команде стабильности, хочется пожелать, чтобы избежать этой синусоиды, да, в дальнейшем. Потому что все-таки, когда мы говорим о беде, никогда нельзя на протяжении достаточно долгого времени давать одинаковую оценку. Но я думаю, что все равно куда-то в топ нашей елки нужно этот шарик вешать. Вот между, например, Терминатором и ЦДК, или рядом с Терминатором. Повесим рядом с Терминатором, тем более все прекрасно знают, какие отношения у руководителей двух этих коллективов. Красный шар, Легион. Ну, про Легион достаточно сложно придумать что-то новое, потому что сказано уже многое. Основное, что в 2015 году команда лихо прошла первый дивизион, оказалась в вышке, и тут не выглядит мальчиком для битья. Откровенно будем говорить, особенно в последнее время, Легион смотрится солидно. Легион не выглядит аутсайдером, хотя таковым является сейчас по количеству набранных очков. Пожелаем Легиону также избавиться от определенных кадровых сложностей, которые не позволяют пока руководству клуба окончательно определиться с тем костяком, который будет игру команды олицетворять, ну и, возможно, все-таки выполнить задачу и попасть в еврокубковую зону. Пока Легион все-таки повесим, вот, ну, давай чуть пониже водного стадиона. Беда молодежная, я вижу. Продолжаем разговор о беде. Вот если про основную команду, в принципе, на данном этапе много хорошего говорить не хочется, то про молодежный состав, наоборот, есть желание вот
сыпать комплиментами, говорить различные приятные вещи, потому что игра команды действительно впечатляет. Очень много молодых футболистов собрано, и Алексей Фирсаков, как вот мы с тобой обсуждали, такой пионер-вожатый. И хочется пожелать, чтобы вот самим футболистам хочется пожелать, чтобы они продолжали свое развитие, продолжали поступательное движение вверх по клубной системе. Я боюсь, что у нас так елка левая сторона не выдержит, и совсем скоро некоторые коллективы отправятся в первый дивизион, потому что упадут. Синий шар, Кристалл. Опять классический вариант, плохой старт сезона, определенные сложности с игрой и опять вот эти сенсационные результаты в матчах с лидерами. Ничья против беды, победа над водным стадионом. Я пожелаю Кристаллу, чтобы команда продолжала вносить вот эту изюминку, вот эту интригу в наш турнир. Выберется из сложной ситуации или нет, Кристалл, мне сложно судить, но может быть, вот именно в клубной философии и не обязательно заложено выступление в высшем дивизионе. Потому что тем же составом команда практически играет и за дубль. И главное, что люди действительно дружат и вместе проводят время. Пока Кристалл вот куда-то пониже, но с надеждой на дальнейшее развитие. КДС «Победа». Вот коллектив, который точно хочет забыть этот год побыстрее, это, наверное, команда Владимира Вербила. В нынешнем варианте, да, можно говорить о том, что это команда Владимира Вербила, потому что слишком много проблем вообще на КДС «Победу» свалилось. И не исключен вариант, что в следующем году, в 2016-м, уже команда будет вновь называться просто КДС. Куда пока повесим, где-то с туманом рядом. Вот чуть повыше. Повыше, согласен. Осталось совсем немного, вот еще один золотой шар, вторая команда «Империи» тоже отливает золотом, но, с другой стороны, можно сказать, что и тут нет веревочки, да, то есть не подвезли, как обычно, к началу матча форму. Во второй «Империи» собрано очень много талантливых футболистов, чем-то она по набору игроков напоминает молодежку «Беды», но здесь, как и в основной команде Вадима Сарсорова, недостаток организации сказывается, и из-за этого команда сейчас на дне турнирной таблицы. Я думаю, что по потенциалу она вполне может быть в середине. Но для этого нужен сбор, для этого нужно избегать неявок, проблем с экипировкой и с чем-то еще. Я уже не говорю про тот знаменитый случай и прошлый наш сюжет. В общем, на данный момент «Империя» вторая, куда-то вниз нашей елочки отправляется, но, возможно, потом мы увидим ее где-то и наверху. «Азимут». Ну, «Динамо» мы хвалили много в начале сезона, а про «Азимут» как-то забывали. Хотя команда на самом-таки деле достаточно неплохо идет в чемпионате, показывает также цельную игру, обладает одной из лучших оборон в дивизионе. По-моему, только в одном матче они пропустили 3 мяча. Ну, я предлагаю вот куда-нибудь сюда, за водный стадион и «Динамо», и в то же время где-то рядом. Так, ну что, у нас остается один шар. Никит, ну тут уж предоставь право мне, потому что все-таки для МЗКП ты человек не чужой. Прошлый сезон и часть 2015 года для команды получились очень удачными. Прекрасное место по итогам чемпионата позволило попасть в Еврокубки. Очень неплохое выступление в групповом турнире Кубка ЛФЛ. Пусть немного повезло где-то. С другой стороны, можно сказать, что и не повезло, потому что группа была очень серьезная. Но сейчас в чемпионате МЗКП дела идут не слишком хорошо. С другой стороны, вот есть локальные победы, как над ЦДК, например. Это всегда приятно. Хочется пожелать, чтобы вот таких клубов по-настоящему любительских в нашей лиге какое-то количество все-таки оставалось всегда, потому что, несмотря на то, что лига растет, развивается, всегда приятно, когда есть вот эта вот такая аура старого олдскульного футбола. МЗКП – это такая команда. Пока где-то вот в нижней части мы этот шарик разместим, но вполне возможно, что и удастся повторить успех прошлого сезона, да?
Ну что ж, остался у нас Дед Мороз только. Да, какая елка без Деда Мороза? Давай подумаем, куда бы его лучше разместить. В беде мы его вешать точно не будем. Чтобы досужих домыслов избежать, да? Ну, давай просто рядом с Северной Лигой его расположим. Тем более, дедушка у нас такой небольшой по габаритам. Зато тяжелый. Ну вот, вот примерно так. Ну что ж, друзья, надеюсь, мы вас немного развлекли. Хочется, пользуясь случаем, пожелать всем новогоднего настроения, удачи и успехов в наступающем 2016 году. Ну а с вами мы, как обычно, будем встречаться на полях Северной Лиги. Уже завтра стартует последний в этом году тур чемпионата, и вот в каком порядке расположились команды накануне. Лидирует «Терминатор», опередить «Неву» команде Ивана Кара позволили две победы в минувший уикенд, причем в одном случае красно-черным даже не пришлось выходить на поле, «Империя» не собрала состав. «Нева» продлила собственную беспроигрышную серию, забронировала вторую строчку и скинула ЦДК на четвертое место, а выше армейцев забрался «Гефест», разгромивший КДС «Победу». Беда пока располагается на пятом месте за счет лучшей разницы по сравнению с водным стадионом, но у бело-черных есть игра в запасе. На одно очко отстают «Динамо» и «Азимут», но и тут у клубов разное число проведенных встреч, а подопечные Виталия Гурцкая сыграли больше, чем вся тройка ближайших конкурентов. «Империя» сохранила девятое место, даже несмотря на ничью с «Штурмом», но имеет столько же очков, что и молодежка «Беды». Подопечные Ивана Логинова четвертый раз подряд ушли с поля непобежденными, но ничья в игре с «Империей-2» воспринимается скорее как потеря очков. Завтра «Беда М» сыграет с «Легионом», который пока отстает на 6 баллов, но в случае победы в этой игре и в воскресном поединке против МЗКП догонит бело-синих. У КТС «Победы» все еще 14 баллов в активе, и это все те же очки, что и после первых 8 туров. 6 поражений подряд и 8 в последних 9 матчах – вот удручающая статистика красно-белых. У «Ауди» 13 очков, и до Нового года машины не пропустят вперед себя МЗКП и «Штурм». «Кристалл» обыграл в 14-м туре водный стадион и ушел с последнего места, опередив «Туман», а вторая «Империя» опустилась на последнее место, даже набрав одно очко в поединке с младшей «Бедой». Сегодня у нас в гостях полузащитник «Терминатора» Андрей Идрисов, ставший лучшим игроком ноября. Его команда в топе, сам игрок набрал отличную форму. Вот мы и решили вновь встретиться в этой студии. Здравствуйте. Андрей, в воскресенье вам предстоит игра против ЦДК, настоящее дерби Северной Лиги. Расскажи, как идет подготовка. Наверняка вы хотите уйти на перерыв лидерами чемпионата. Подготовка идет к любому матчу, стараемся готовиться, выкладываться по полной на все матчи. С ЦДК, конечно, самые интересные игры предстоят. И не только эта игра, еще и впереди все соперники достойные. А, конечно, год хочется закончить на мажорной ноте, победить и уйти на перерыв наверху. Таблица. Ну а вот то, что вы с ЦДК являетесь последними чемпионами Северной Лиги, это добавляет какой-то изюминки противостояния? Потому что в этом противостоянии было все. Ветки там даже были. Да, несомненно, конечно. Игра будет, я думаю, интересная. Не только с точки зрения на футбольном поле, но и за пределами футбола. Также, я думаю, приедут все сильнейшие составы, так как они привезут домой, и, надеюсь, и мы соберемся все вместе. И будет интересно в общем, на поле посмотреть. В общем, приглашаешь. Конечно. Хорошо. Старт сезона для «Терминатора» получился достаточно удачным. Вы долго не проигрывали. Вот эту серию удалось прорвать только «Неве». Но зато был провал в групповом этапе Лиги чемпионов. Я говорю провал, да, об этом. Как ты охарактеризуешь выступление в лиге? И сразу потом второй вопрос по поводу чемпионата. Ну, несомненно, конечно, мы если три последних года участвовали в Лиге чемпионов и доходили до плей-офф, в этом году, конечно же, обидно, что не вышли из группы, даже не попали в Лигу Европы, да, или как она сейчас называется? Кубок ЛФЛ. Кубок ЛФЛ, да. Несомненно, обидно, но я считаю, что виноваты сами мы, потому что все зависело от нас в последних двух играх. Выигрывай на Западе у Мега Титана,
Причем мы вели 2-0. И не знаю, что произошло после перерыва. Получили 4 гола. Ну, то есть дали шанс Мегатитану. И проиграли 4-2. Я считаю, что это, наверное, самый важный матч был в группе. И следующий Скуркина только решал уже судьбу выхода в лигу Кубка ЛФЛ. Вот. А по поводу чемпионата, ну, сейчас все силы будем прикладывать на чемпионат, стараться даже не смотреть на то, каком мы сейчас месте. Главное, каждую игру доказывать, что не зря мы на первом месте идем. Ну вот смотри, есть такое мнение, ну, быть может, оно ошибочно, потому что со стороны все равно мы не знаем действительно, что внутри команды происходит. Что вот после успеха в Лиге Чемпионов такое моральное опустошение немножко наступало, потому что вы долго шли к этой цели, в итоге ее достигли, и, может быть, где-то подспудно больше сосредоточились на внутреннем чемпионате, в котором как раз наоборот позиции были утрачены. Ну, я бы не сказал, все равно Лига Чемпионов, сильнейшие команды участвуют в этом турнире, и все равно всегда хочется в любом матче побеждать, я думаю. Конечно, что мы в том году выиграли этот чемпионат Лиги Чемпионов. Несомненно, все настраивались на нас. Я думаю, по себе даже могу сказать, что больше эмоций и желания победить чемпиона, конечно, этого турнира. Всегда запредельно хочется выложиться. Сейчас почти половина чемпионата позади. Ты можешь кратко охарактеризовать основных соперников «Терминатора»? Казалось бы, команд сильных даже еще больше стало, чем в прошлом году. Ну, другие несколько сдали позиции. Кто будет бороться за медали? Ну, бороться сейчас тяжело сказать. Первые, наверное, восьмерка, даже десятка. Сейчас все команды ровные, даже внизу, которые вниз команды в таблице стоят, они могут также укусить прилично, отобрать очки у команд. Ну вот с КДС победы у вас, конечно, там. КДС победы на последней минуте, да. Витя Букиевский принес нам победу. И много команд. Тот же «Кристалл» сейчас у Водного отобрал 3 очка. Я думаю, что все еще впереди, все самое интересное будет. Но вот все равно, я понимаю, что ты дипломатично уходишь от ответа, но вот все равно, вот смотри, «Империя», ну, может быть, уже немножко не та. Есть проблемы у «Беды» определенные, может быть, она их преодолела уже, может быть, еще нет. Это вот покажет как раз следующий матч, потому что там «Динамо», «Терминатор» и «Нева» у них по календарю, но это после Нового года. Другие команды, вот вам удалось обыграть «Гефес», но вы проиграли «Неве». Серьезная команда «Азимут», и матч сложный сложился. То есть вот «Водный стадион» тот же. Вот кого бы все-таки ты вы, «Динамо», да, вот эти команды? Ну, с кем мы сыграли, это с «Водным», с «Динамо» и с «Гефестом». Я считаю, игры были интересные, равные. Все там решал один гол, по-моему, в каждом матче же мы выигрывали. Проиграли «Неве» 3-1. Вот по игре, казалось, «Нева»… По игре, да, «Нева» нас, можно сказать, перебегала, затоптала. Все-таки как-то они посвежее выглядели в этой игре. С кем мы еще играли даже? Ну, да, то есть вот эти основные команды из топа. Вот, но, в общем, ты, может быть, считаешь тогда, что такой большой круг. Да, первая восьмерка 100%, я думаю, будет цепляться за медали. Хорошо. Давай потихоньку подводить итоги 2015 года. Вот тебе он каким запомнился прежде всего? Вот какая главная эмоция в 2015? Ну, в первую очередь, конечно, победа в Лиге Чемпионов. К этой победе мы шли 3 года. Я до этого в интервью всех говорил, что очень хотелось достичь этого. И в этом году мы победили в Лиге Чемпионов. Все другое отошло на второй план, потому что чемпионат не получился в целом. Со сборной не так все здорово закончилось, как могло бы. Ну, все силы, можно сказать, приложили в том году на Лигу Чемпионов. Потому что в чемпионате уже в середине, наверное, турнира уже видно было, что мы выше там 5-го места не поднимемся. И старались максимум приложить усилий. И это получилось. Летом «Терминатор» покинул Сергей Фаустов. И я знаю, что у тебя также и были, и есть предложения от других команд.
Я понимаю, что ты сейчас скажешь, да, но все же, вот гипотетически, ты можешь предположить переход? Ну, вряд ли, потому что в этой команде есть люди, которые знают меня с самого детства, наверное, даже с пеленок. Это Дима Биджама, Денис Рустам. И пока они в команде, я никуда не уйду. Я почему об этом спрашиваю? Все-таки в прошлом сезоне вот бремя лидерства, оно как-то поровну распределилось на других еще футболистов. И ты не то чтобы в тень ушел, да, но мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, когда приходил к нам в гости, что и статистика у тебя была там похуже, может быть, и не такую значимую роль для команды ты играл на протяжении всего сезона. И вот лидерами там стали другие футболисты, в том числе там Букиевский, может быть, там, ну и так далее. То есть, ну, это может хорошо, наоборот, выиграли Лигу чемпионов. Не один лидер на поле должен быть, а команда. Согласен, но вот смотри, в этом году в чемпионате, я просто посмотрел на сайте, очень интересно, у тебя 11 голов, 11 голевых передач. Это столько же баллов за результативность, сколько за весь прошлый сезон. Тогда было там 10 плюс 12. Вот что изменилось в твоей игре? Ты говорил, что в прошлом году, может быть, ты не столько много времени посвящал футболу, а сейчас вот... Честно, я даже не смотрю на эту статистику. Для меня в первую очередь, на каком месте команда будет. А статистика, кто забил, кто отдал, я считаю, это не важно. Ну, все равно приятно, что сейчас забиваю, отдаю передачи. Ну, сниматься начал в этом году. Из-за этого есть время, и стараюсь это время посещать сразу занятием на поле, в тренажерном зале, ну, чтобы как-то помогать команде. Ну, и напоследок, что ты можешь пожелать нашим зрителям и своим друзьям-соперникам, футболистам? Ну, в первую очередь хотел спасибо, что сказать им, что пригласили. А пожелать, конечно, поздравить всех с наступающим Новым годом. Наверное, самое главное – здоровье и дальнейших побед всем и, главное, моей команде. Среди множества матчей 15-го и 16-го туров в первом дивизионе Северной лиги для показа было выбрано сражение середняков «Ансара» и «Фортуны». Интуиция не подвела. Игра получилась качельной, эмоциональной и наверняка доставила удовольствие зрителям. Давайте вспомним ее перипетии. Игра середняков турнирной таблицы первого дивизиона «Ансара» и «Фортуны» получилась очень интересной благодаря добротно закрученной интриге. В начале матча бело-черные выглядели активнее и принялись создавать моменты у ворот Рамиля Хусаинова. Пара признанных бомбардиров Рамазанов Фарид Гамидов, тем не менее, оставалась в тени, хотя пятый номер Ансара однажды оказался на убойной позиции на линии вратарской, а девятый бил с острого угла в контратаке. Зато на авансцену вышел правый крайний Эльдар Гамидов. Он несколько раз убегал по правой бровке, но переиграть голкипера соперника смог не сразу. Сначала Хусаинов выходил победителем из этой дуэли, и лишь к середине тайма седьмой номер Ансара воспользовался очередным провалом в зоне левого защитника красно-белых и удачным рикошетом, чтобы вколотить мяч в ближний верхний угол. Фортуна достаточно быстро отыгралась после розыгрыша углового на левом фланге. С прострелом низом защитники Ансара справились, но Владимир Казьмин в довольно спорной ситуации сумел перехватить мяч на левой бровке и откинул футбольный снаряд Андрею Сорокину. Тот пробил не сильно, но Элимхан Джаталаров с мячом не совладал и упустил его в сетку. После этого красно-белые провели еще несколько неплохих атак, а Сорокин упустил возможность сделать дубль, когда бил с лету после подачи с левого фланга, но попал в сетку с внешней стороны. Еще однажды ко второму голу Фортуны едва не провела очередная ошибка голкипера Ансара, но Илья Юдин воспользоваться подарком не сумел. Второй тайм получился более результативным. В этот раз первый забила Фортуна. Евгений Мельников здорово пробил головой после подачи с фланга. Но Ансар пропущенного мяча словно не заметил. Почти сразу же Сайфуддин Рамазанов восстановил равновесие, разобравшись с опекой в штрафной и хлестко пробив с разворота в ближний угол. В середине второго тайма Ансару удалось выйти вперед. Рамазанов продрался по левому флангу и, как показалось, при этом выпустил мяч за боковую линию. Но поскольку свисток главного арбитра промолчал, атака бело-черных продолжилась, и Фарид Гамидов, словно не заметив окруживших его соперников, нашел возможность неотразимо пробить в угол. Через минуту уже девятый номер ассистировал пятому, который установил двукратное преимущество Ансара в счете.
Пара лидеров бело-черных поймала соперника на желание отыграться и вдвоем, как по нотам, разыграла голевую комбинацию. Все было кончено. В оставшееся время «Фортуна» скорее была ближе к пропущенному мячу, чем к забитому, хотя и создала пару полумоментов у ворот Таларова. «Ансар» удержал победу и догнал своего соперника в турнирной таблице. Лидеры турнира «Тембанк» и «Дружба» в прошлые выходные синхронно проиграли «Фортуне» и «Пакавану» соответственно. Однако покуситься на их позиции никто не смог. Пресню и саму сейчас прилично лихорадит, и к ничьей на прошлой игровой неделе добавилось поражение от гепардов на этой. Так что кошки взобрались на третье место, а Пресня, набравшая всего 6 очков в последних 7 играх, опустилась на пятую строчку. Правда, место в четверке коллектив Евгения Ручкина уступает Протону только по дополнительным показателям. Красно-белые в последнее время и сами не блещут, чередуя победы с поражениями, так что совсем рядом и Дубровник с Новатором, поделившие очки в прошлую субботу, и Войка КЛВ, у которой есть игра в запасе. Замыкают десятку Фортуна и Импульс, еще месяц назад обитавшие в нижней части таблицы, но сделавшие неплохой рывок. Команда Рената Салимова набрала 14 очков в последних 7 играх, а коллектив Андрея Шмакова – 11. Впрочем, «Фортуна», хоть и находится на 9-м месте, всего на 3 очка опережают «Династию» и «Ансар», которые составляют зону стыковых матчей, и на 4 – «Стеллу» и «Пакаван», стоящих на вылет. Между клубами, замыкающими первую десятку, и теми, кто пока считается аутсайдером, располагаются еще и «Диксон», «Трувер», «Росонеро» и «Бусинова». Плотность запредельная – 10 команд в 4 баллах, но, кажется, мы об этом уже говорили. Только в этой молнии идут внизу чуть поодаль от остальных. ВЭТ сыграл в ничью с Пресней 2 недели назад, но уступил в прошлые выходные Протону. А молния после сокрушительного поражения от Дубровника не удержала безголевой мир в игре с Династией. Во вторых дивизионах глобальных изменений нет, но интересные события все-таки происходят. В 2А Лайнберг продолжает штамповать победы, однако 16-я виктория в поединке с «Галактика» сдалась лидеру нелегко. Уверенно идет вторым APC, легко побеждая и слабых «Спартак Химки», и сильных «Сходни». Но Сергей Трушляков и Василий Милентьев на двоих забили меньше, чем один Алексей Алексеев. Перед летом от пары лидеров не отстает и за отчетный период записал на свой счет 2 победы. А вот «Сходня» без Юрия Нестерова проигрывала не только «Электроникам», но и «Яузе» 2 недели назад, так что удерживаться в четверке ей позволяет только нестабильная игра конкурентов. «Тандер», «Галактикас» и отчасти «Лесорубы» – вот кто может в ближайшее время навязать «Сходне» борьбу. «Галактические» проиграли 2 раза на данном отрезке, но кроме «Лайнбера» еще и перед летом – командам-лидерам. Громовым также предстоит испытать на себе мощь APC, а лесорубам в первом круге еще играть с передлетом. В этом смысле лучше других ситуация у Яузы, которая вполне может обойтись без потерь на финише первого круга и опередить карт-бланш, которому предстоит 2 раза сыграть с фаворитами, а то и выйти на 5-е место. В дивизионе 2Б состоялся главный матч первого круга. «Энергомаш» уверенно переиграл «Строгино», затем не оставил камня на камне от обороны «Фалькона» и, воспользовавшись ничьей своего главного преследователя «Сосирии М», ушел в 7-очковый отрыв. Позициям «Строгино» пока ничего не угрожает. «Александрит» на отчетном отрезке вообще не набрал очков, проиграв «Фифт» и «Национале», а «Осирия» была слишком далеко и лишь сравнялась с оранжево-черными по баллам, оккупировав 4-ю строчку. На 5-м месте все еще «Пандора», но и ей удалось набрать за 2 недели всего 1 очко за ничью с «Дикими ежами», а «Демоны» выиграли 2 раза и почти догнали «Сюрприз». Также удачно провели последние 2 тура студенты «Фифт» и «Волна», но и их результаты меркнут на фоне рывка «Национале», который одержал 4 победы подряд и набрал 17 очков из 24 в играх ноября и декабря. Смена за последний месяц лишь раз сыграла в ничью 2 недели назад с Бескудникова и опустилась уже на 10-е место. Настало время прощаться, друзья. В качестве новогоднего подарка предлагаю вам очередной хит-парад передачи «На бровке». Поверьте, там есть на что посмотреть. Living in the past, it's a new generation. A girl can do.
invitation. You're living in the past, it's a new generation. And I only feel good when I got no pain. Now it's on Thursday, and I don't give a damn about my bad reputation. Oh no, not me. Oh no. Опередить Неву команде Ивана Карапа. Тут важно правильно ударение поставить. Да, так Кристалл у нас в высшем дивизионе не удержится. Все,